Классическая проводная клавиатура с контрастными символами для удобного набора текста. В этом видео мы распакуем универсальную офисную клавиатуру от компании Oclick с индексом 100M. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется только краткой пользовательской документацией. Клавиатура выполнена в корпусе из черного пластика толщиной 2 см и предлагает полноразмерную раскладку. Символы латинского алфавита нанесены белым цветом. Русская раскладка выгравирована контрастным красным оттенком. Ресурс клавиш по заявлению производителя составляет 3 миллиона нажатий. По габаритам клавиатура стандартная, 45 см в длину и 13,5 см в глубину. Весит устройство всего 350 граммов. С тыльной стороны расположены противоскользящие вставки, а вот ножек для регулировки угла наклона не предусмотрено. Подключение устройства к компьютерам осуществляется через порт USB, для чего на проводе предусмотрен соответствующий коннектор. Длина провода 160 см. Этого достаточно, чтобы протянуть кабель к задней стенке системного блока, даже если он установлен под рабочим столом. Как итог, перед нами универсальная офисная клавиатура без каких-либо изысков. Здесь нет мультимедийной функции регулировки угла наклона, зато заявлен хороший ресурс наработки клавиш, а их мягкий ход не будет отвлекать других людей от работы при установке в офисах формата Open Space. А теперь послушаем, как клавиатура Oclick 100M звучит при наборе текста.